Памятка каратист. Первый каратист всегда прав. Второй каратист не спит, он отдыхает. Третий каратист не ест, он восстанавливает силы. Четвертый каратист не пьет, он дегустирует. Пятый каратист не кричит, он убедительно высказывает свою точку зрения. Шестой каратист не почесывает затылок, он обдумывает важное решение. Седьмой каратист не кривится, он улыбается без энтузиазма. Восьмой каратист не трус, он поступает предусмотрительно. Девятый каратист не берет взятки, он принимает знаки благодарности. Десятый каратист не любит сплетен, он внимательно выслушивает мнение одноклубников. Одиннадцатый каратист не мямлит, он делится своими размышлениями. 12-е. Каратист не врет, он дипломат. 13-е. Каратист не упрям, он последовательный. 14-е. Если каратист не прав, смотри пункт 1. Пункт 1. Каратист всегда прав.